Я хочу залезть в тебя, Федор. Блин! Не страшно, не страшно, я не испугался. Федор, ты чё, дурной? Ты только что там был, как ты здесь оказался? Пипец, это гигантский Фредди, ребят, у него одного глаза не хватает. Вот это, конечно, красота. Я не я? В смысле я не я? Что это? Что это? Это Спрингтрап! О, это Спрингтрап, ребята, вот он! Он живой? Он живой! Ну что, друзья, всем привет! С вами как всегда Робзи и добро пожаловать на новую мега-крутую серию по FNAF Security Breach. Почему крутую? Да потому что сегодня мы с вами будем делать самую сложную концовку в игре. Называется «Истинная концовка». Для нее нужно было уничтожить 3 аниматроников. Мы это сделали. Для нее нужно было максимально улучшить нашего Фредди Федора, ребята. Мы это тоже сделали. А теперь пойдем в максимально секретное место, пока я туда иду. Обязательно, ребят, поставьте лайкусик, нажмите на красную кнопку подписаться, а также не забудьте нажать на колокольчик, потому что будут еще новые мега крутые серии. Я сразу сохранюсь вот здесь поближе, потому что это место нам нужно будет для того, чтобы вдруг мы с вами проиграем, вдруг нас с вами убьют, что в принципе много вероятно, ребят. Поэтому сейчас мы с вами отправляемся в вот это местечко рядышком с гонками Рокси и идем, ребят, проходить максимально офигенную концовочку. Мы узнаем все тайны, все секреты, все, что мы с вами раньше не видели. Итак, мы с вами идем в гонки Рокси. Мы в этом местечке уже бывали, только я не понимал, для чего оно вообще нужно было мне. Но, ребят, сейчас мы все с вами сделаем. Так, здесь где-то здесь был проходик. Так, где здесь проходик? Подожди. Где? Подожди, где здесь проходик был? А, вот он, боже мой, как я его не заметил с первого раза. Ладно, все, нашли проходик. Идем мы с вами там, где мы находили голову роботу. Та, которая нам помогла сломать игру. Та, которая сейчас дает нам сохранение. Можно, конечно, сейчас сесть на Федора. В принципе, в Федоре побегать, но мы его с вами сохраним. И я так понимаю, нам заряд еще пригодится. Сегодня мы узнаем столько секретов, вы будете в шоке. Такого, я думаю, что вы не видели. Хотя, может быть, это видели, но ничего, ребят. Посмотрите у меня, потому что я знаю, что вы очень сильно ждете серии по ФНАФу. Так, где здесь проход? Вот этот робот. Здравствуйте. Здесь мы поднимали голову робота, которая сломала сохранение. Если вдруг что, она находится именно вот здесь. Мы с вами подобрали второй раз, и у нас работают сохранения, даже когда они не должны работать. И вот эта дверь, ребят, я сюда заходил уже несколько раз и не понимал, для чего она мне нужна. Но теперь она нам точно нужна, потому что вот это истинная концовка, то, что мы с вами должны были увидеть, когда сюда спускались. Смотрите, здесь есть проход. Вот этот, который проходик закрыт вот этой, друзья, цепочкой. Но смотрите, у нас есть Федор, которого мы сейчас позвали. Федор, ломай! Ломай, братишечка! Эй, подожди, что с дверью? Я прошел. Так, так. Блин, а здесь стрёмно. Федор, а можно... Можно ты сюда зайдешь, дружище? Я хочу залезть в тебя, Федор. Блин! Не страшно, не страшно, я не испугался. Федор, ты чё, дурной? Ты только что там был, как ты здесь оказался? Ребят, я испугался Федора. Пипец, я испугался Федора. Федор, пойдем. Нам нужно вот сюда. Вы посмотрите, где мы. Просто в каких-то тоннелях, в каких-то заброшенных шахтах. Здесь что-то подсвечивается. Кстати, Федор у нас не максимально что-то не заряжен. Может... Подожди, мы сломали, хорошо. Так, здесь лифт. Я выйду пока что с Федора, потому что зарядка у него не так уж и много. Грегори, осторожнее, этот лифт не соответствует никаким нормам безопасности. Не думаю, что он выдержит больше одной поездки. Офигеть, Федор, серьезно? Да, конечно, идем. А как сюда зайти? Эй, Федор, так, давай, дружище, зайди ко мне. Федор, где Федор? Федор! Федор, ты где? Вы уверены? Блин! Да, я уверен. Но это не точно. Лифт поехал. Так, надбавка за вредность. Мы получили какой-то бейджик. Так. Федор где-то бегает. Федор, иди ко мне в лифт, мне страшно. Капец, здесь даже музыка сломанная. Пипец, вы слышите ее? А-а-а, какой звук. О, ужасный пипец. Какие-то шумы, какие-то звуки очень странные. Так, мы поднимаемся. О, блин, слушайте, мне реально страшно, мне реально стрёмно, потому что я... О, привет, Федор, ты как здесь оказался? Ты как здесь оказался? Пипец. Пипец, так, генератор. Так, что мы сделали? Что-то, короче, мы сами включили. У меня есть фонарик. Нифига себе! Вы видали? Федор, иди сюда, смотри, какой ты огромный.
Вы посмотрите, какой огромный Федор. А у него нету никаких пугалочек, ничего. Пипец, это гигантский Фредди, ребят. У него одного глаза не хватает. Вот это, конечно, красота. Вот это просто жесть. Так, 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 идем дальше. Идем дальше. Опять все сломанное, все переломанное, все разбито. Еще один генератор. О, привет. А ты не на... надеюсь, я к нему не хочу подходить, к этому роботу. Подальше от него постою, потому что это же эндоскелет или экзоскелет. Не помню, как правильно. Так, еще один. Так, ни черта не видно. Блин, ни черта не видно. Федор, мне страшно. Федор, ты где? Федор? Федор? Ты где? И подсвечивая своими глазами. Я ни черта не вижу. Мы в какой-то туман. А, все. Робот? Откуда он... Подожди, откуда здесь робот? Еще генератор. Еще генератор. И вон там последний. Подожди, это... Это криповый робот, ребята, да? Офигеть, вы видали, что у него с лицом? Блин, я к нему не хочу подходить. Интересно, кого он позовет на... Ну его нафиг, этого робота. Так. Блин! Да пошел ты нафиг! Так, подожди. Мы что-то включили. Мы все включили. Мы, короче, генераторы включили, но здесь все равно темно. Я испугался. Капец, ты тварь такая. Пошел нафиг. Так, мы зашли сюда. Проходим дальше. Так, еще генератор. Еще один генератор. А сохранения здесь нет? Здесь нет, нет никакого сохранения. Так. Федор, я Федора позвал. Федор пришел с другой стороны. Это пиццаплекс. Это старый пиццаплекс, ребята. О. Подожди, еще один генератор. Давай включим. Зарядка для Федора. Федор! Федор, мы с тобой сейчас зарядимся. Нормально, не переживай, братишечка, мы с тобой сейчас зарядимся. Мы с тобой сейчас на фулочку. Все, мы с тобой все видим. Никаких здесь подарков не пропустили. Все генераторы включили. Федор, мы на максималочку тебя зарядили. Мне бы здесь сохранялочку потом какую-то найти, потому что я не хочу сюда снова идти. Так, Федор, давай. Зарядимся. Зарядимся с тобой. Хорошо. Спустились? Так. Нам сюда вниз? Нам сюда... Я знаю, что это за место. Я был здесь раньше. Она приводила меня сюда. Я впервые осознал себя, когда расчищал себе путь. Подожди, подожди, подожди. Там что-то было. Там что-то было. Подожди, фонарик. Офигеть! Оно живое, ребят! Оно живое. Подожди, это голова Федора. А, блин! Что это такое? Что это было? И мне нужно заново проходить? А, нет, сохранение отсюда. Федор, здорово. Мы здесь сохранились. Мы с этого места. Ладно, 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 ладно. Я понял. Так, мы должны включить сами все генераторы. Федор, ты так меня больше не пугайте, пожалуйста. Я уже думал, что я все видел в этой игре, но оказывается нет. Оказывается, я не все видел в этой игре, но... Ладно, генераторы включаем. Быстренько включаем. Пробегаем этого чувака. Включаем. И сюда идем, 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 идем. Еще один генератор. Здесь генератор. Так, подожди. Все. Включили, все заработало. Да, вот у нас. Давайте Федора разрядим, потому что у нас сохранение было возле лифта. Так, мы опять спускаемся сюда. Хорошо, что сохранение здесь. Стой, 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 стой. Нет, 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 нет. Нет. Нет, Федор! Не падай. Подожди, мы оказались в какой-то... Мы где с вами? Я не я? В смысле я не я? Что это? Что это? Это Спрингтрап! Это Спрингтрап, ребята! Вот он! Он живой? Он живой, фиолетовый! Вы посмотрите в него! О, блин! Он выжил! Что он будет делать? Он пытается управлять нашим Федором. Не-н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 е. Что делать, ребята? Федор, Федор, Федор. Так, мы вышли из Федора. Что? Что, Федь? Что, ты живой? Останови его. Что это было? Ты в порядке? Что? Что делать? Он пытается получить контроль. Где он? А, вот он, подожди, кнопка. Так, подожгли кролика, ребят, мы подожгли. Что это за штука? Так, мы спасли его. Так, Фредди, живи, живи. Мы подожгли этого кролика. Он пытается управлять тобой через монитор. Что здесь такое? Вентиляция, двери. Подожди. Зарядка. Федор, зарядка не работает. Федор, зарядка не работает. Что здесь, кто-то идет? Нет, кролик стоит здесь. На тебе! Где Чика?
Где Чика? Какая Чика? Я поджег кролика. О, пошла нафиг. Пошла нафиг, Чика. Так, мы закрыли. Петр, спасибо. Так, кролик опять здесь. Кролик опять здесь стоит. Так, 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 здесь никого нет. Так, у нас заканчивается энергия, я понял. Он ушел, смотри, он ушел отсюда. Он ушел, ушел, ушел. Куда? Фредди, Фредди, что делать-то? Ребята, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Короче, я так понял, нам нужно будет... It's Roxy. What do I do? Опять! Он опять пытается... Пытается... Где Рокси? Да боже мой, как поджечь? А, подожгли! Надо на Рокси докричать! Подожди, подожди, где Рокси? Пошла нафиг! Так, хорошо, выходим. Накричали на Рокси. Она ушла? Она ушла? Ушла, Рокси ушла, Рокси ушла. Федор, нормально все? Так, где кролик, где кролик, где кролик? Вот он здесь, смотри, стоит. Ля какой! Ля ты скотина, смотри, стоит здесь, смотрит. Фреддика нашего пытается себе загипнотизировать. Здесь никого нет. Где он, где он, где он? Опять будет пытаться что-то делать? Фредди, что, нормально? Следи за вентиляцией. Так, я понял. Закрываем. Опять, 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 опять! Гори, долбанный кролик! Пусти Фредди. А что в вентиляции было-то? Кто-то топает. А в вентиляции кто-то был. А, стоп, подожди, в вентиляции мог быть Монти. Мы же оторвали полтуловища ему. Да? Или нет? Ну, мы закрылись. Федор, спасибо за подсказки. Где кролик долбанный? Да, там Монти, слышали? А, ушел, кролик ушел. Кролик ушел. Кролик ушел. Что это? Что это за фигня? Это какое-то щупальце. Он пытается опять. Где? Так, я спас Фредди. О, блин, оно здесь! Со всех сторон! Нет, оно здесь, щупальцы долбаные, какого фига? Пожалуйста, не надо. Так, где кролик? Кролика здесь нет. Кролик здесь, кролик стоит здесь. Я не вижу. Да, вон он, на экране. Федор, тут какие-то щупальцы. Они повсюду, они пытаются меня схавать. Нет, я не хочу умирать. Федор, если что, я тебя спасу, братиш. Так, мы стоим, ждем. Что надо? Может быть, поджечь кролика долбанного еще разочек? Нет, не поджигается. Он здесь. Он здесь, но он не поджигает. Он ушел. Федор. Он пришел сюда. Кролик здесь. Так, я поджег его. Я поджег его снова. Сколько его можно сжечь? Почему он не дохнет? Почему-то мразь не дохнет. Без щупальца какие-то. Так, кролик отсюда убежал. Он пришел в центр. Фредди, братишечка. Мы с тобой пройдем, мы справимся. Где он? С какой стороны? Да блин! Что это было? Что? Меня щупальца фигануло. Меня фигануло щупальца. Блин, мы в начале опять. Федор, нам нужно будет все заново. Спидран по прохождению Fight Night Freddy Security Breach. Так, сейчас мы падаем. Блин, слушайте, мы реально встретились с вами Спрингтрапа, ребят. Он живой, он здесь, он все время был в подвале. Он все время находился здесь. Я думал, что его больше нет. Он выжил. Какой же ты подонок. Ай, какой ты красивый. Вы посмотрите. Вот реально, он мега крутой, ребят. Согласитесь, просто лайк за эту серию. Он мега офигенный. И он пытается, короче, поработить Федора. Он пытается его забрать себе. То есть пытается управлять его разумом. Кстати, на стене видели? Так, Федор, выпускай меня, мы с тобой сейчас разберемся. Я уже не боюсь аниматроников, я понял, как их пугать. Закрываем двери, закрываем вентиляцию и пугаем, короче, Рокси, потому что она сломает вентиляцию. Так, подожгли кролика, спалили. Из вот этих, получается, канализационных дряней вылазят вот эти вот щупальцы, которые меня сжирают. Которые мне не нравятся. Пипец, у него просто полтела обглодано. У него руки с шипами. Рокси? Дверь ее не смывает. Да. Да, мы сейчас наорем на нее, не переживай. В мысли прячься. Иди сюда. Я могу ее сразу наорать на нее? Осторожно, Чика. Закрой двери. Чика, где Чика? С какой стороны Чика? А, привет. Ха-ха, привет, Чика. Пошла нафиг. Подожди. Он...
Блин, ну я чуть Федора не пустил, братишечка, тебя чуть не загипнотизировали. Так, пытается долбиться. Все, ушла, ушла, чика. Открываем двери, все, 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 так. Спаслись. Спасибо, Федор, за подсказочки твои. Орет, орет, чика, подождите, она ушла? А, ушла, ушла, все, ушла, чика ушла. Отпалил, отпалил, подпалил, 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 подпалил. О, блин, Рокси! Нет, 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 нет. Блин, 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 блин. Накричать, 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 накричать. Накричал. Нет, блин! Нет, 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 нет. Федор, 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 ори на нее! Да блин, ори на нее! Почему не работает? Отвали! Отвали от меня! Отвали от меня, долбаная! Почему не работает? Федор, кричи на нее! А я нажал не ту кнопку! Нет! Нет, нет, нет! Нет, нет! Нет, 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 Федор, Федор. Накричи, накричи на нее. Можешь накричать? Пожалуйста, наори на нее. Блин, по-братски, опять, опять спрингтрап этот тебя жрет. О, боже мой, как это сложно. Как это сложно. Федор, все сможешь, не переживай, все сможешь. Все, мы снова с тобой. Мы снова с тобой. Кролик здесь, кролик здесь. Так, держись, держись, мы должны с тобой, вот Рокси мешает, Рокси, пипец, она либо багается, либо что, я не могу ее напугать, она бы-то не уходит отсюда, тварь. Федор, чика, с какой стороны? Чика, привет. Давай пока что мы не закрываем двери, потому что пускай она поближе подойдет, чтобы она поближе подошла. А вот теперь точно закрываем. Все, чеку. Так, подожди, где? Гори, где кролик? На, подпалили, он уже здесь, потому что три комнаты, больше нет. Он идет сюда по центру, Если Рокси придет, мы должны будем сразу, короче, пойти ее пугать. Помнишь, мы сразу идем пугать. Мы, короче, тебя спасаем, и потом идем пугать Рокси. До этого момента мы не идем. Орет Монти, да. Не понравилось тебе, а? Ты, зеленый мутант, зубастый. Он пытается ломиться, но мы закрыли вентиляцию, все окей. По идее, нужно будет ее открыть сейчас. Где заяц? А где... Вот здесь, подожгли. Он ушел. Так, сейчас придет Рокси. Еще Рокси. Рокси! Что я делаю? Прячусь. Смысл не сработало! Блин! Федор, ты куда? Федор, выйди! Федор, я погибну! Федор, выходи! Федор, выйди оттуда! Меня Рокси пытаются убить! Ты что, с ума сошел? Ты что, убежал? О, прогнали! Так, заяц пытается захватить контроль. Гори, где? Что? А нет зайца! Вон он стоит! А, это щупальцы, я не испугался. Так, мы прогнали Рокси, мы прогнали Чику. Так, Федор. Федор, нормально все. Федор, мы дошли до щупалец, все нормально. Так, где? А он ушел отсюда. Где он? Куда он убежал? Федор, нормально все? Надеюсь, эти твари больше не придут сюда, останутся только щупальцы. Блин, щупальцы, я не хочу щупальцы. Здесь зайца нет. Он в центре стоит здесь. Он пока не уходит. Привет, да, Федор, я тоже рад тебя видеть, братиш. Ты видишь, вон там, сидит эта мразь, которая пытается захватить твой ум, твой контроль, твою душу, мою душу. Всех душу я манал этого зайца долбанного спрингтрапа, чтобы ему здесь не жилось. Как его убить-то? Он не горит, я его уже три раза поджег, Федор. Аккуратно, Федор, аккуратно. Я нажал, я не дал тебя сажать. Сколько нужно? Мы уже, получается, один раз только во время щупалец нажали. Сколько раз кнопки его сжечь? Он пришел в центр, наблюдает за нами. Или за мной, и за тобой. Интересно, здесь есть камеры? Федор, да, здорово, да, я тоже рад тебя видел, братишечка. Ты понимаешь, что щупаки вот эти вот. Блин, а как же перемещаться-то? Они пипец кусачие. А слушай, а если я буду находиться в Федоре, они не будут же меня кусать, правильно? А как я буду перемещаться, если он зажжет? Я не догоняюсь, если честно. Так, ладно, сидим, ждем. Я поджег эту гадину. Поджег, он подпалил я немножко хвостик его пушистый, не пушистый, его морду вот эту разлагающуюся, я спалил ему. Можно передохнуть, немножечко посидеть здесь. Так, две щупальца сейчас у нас, да? Они, может быть, спрингтрапа ищут, или кого? Они кого-то хотят схавать, они меня хотят схавать. Здесь такое ощущение, что две, но это просто тень. Так, он уходит,
Он уходит в другое место. Да! Да-да-да-да-да-да! Смотри! Мы... Пошла катсцена! Вот он, Спрингтрапчик, красавец! Он его захавал! Он его захавал! Ребята, мы уходим! Я и Федор, мы убегаем! Мы убегаем из Пиццаплекса! Да-да-да-да-да-да, мы ушли! Мы убежали! Да ладно, мы убежали, Пиццаплекс! Это концовка две звезды? Это какая? Мы уже были две звезды! Мы прошли с вами, ребята, слушайте, это истинная концовка, мы разрушили, получается, здесь Пиццаплекс, мы уничтожили, получается, Спрингтрапа и сбежали, а там все взорвалось, все горело, ребята, и пошла хорошая музыка, слышите, хорошая музыка, мягкая, приятная, а мы с Федором свалили. Ребят, в конце, как всегда, будет что-то интересное. В конце будет картинка, в которой мы узнаем все, что произошло после того, как мы сбежали из Пиццаплекса вместе с Федором. И это самая крутая, это истинная концовка, где мы много всего увидели, где мы много всего разобрали, но это не последняя серия. Я буду еще снимать, будут многие, многие другие крутые серии, ребят, я заговариваюсь, потому что я очень рад. Я прошел полностью нафиг, но еще есть секреты, которые я буду вам показывать, поэтому ставьте лайки. Что? Почему? Что случилось? Где концовка? Что произошло? 2000 years later. Короче, ребят, мне пришлось еще раз проходить концовку, чтобы посмотреть, что же будет в конце титров. И я знаю, что сейчас они уже практически заканчиваются, и мы сейчас узнаем с вами все, что должны были узнать, все, что я не увидел первый раз, но... Блин, почему у меня все оборвалось? Я два раза проходил концовку игры, истинную концовку два раза. Мы с вами убежали вместе с Фредди из этого злючного места, и так... Да, мы с Фредди выбрались! Фредди жив! Я жив! Мы на холме смотрим на закат! Это лучшая концовка, которая только могла случиться в этой игре! И мы ее получили с вами! Но на этом не заканчиваем. Как я сказал, будут новые серии, будет продолжение. Поэтому, ребят, с вас лайкусик, подписка, колокольчик. На этом все. Всем удачи. Покедов!